Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам, как я готовлю куриные рулетики. Их хватит вам на несколько дней. Можно, конечно же, подать и на какой-либо праздничный стол. Они получаются очень вкусными, сочными и с легкой копченой ноткой. Делается все очень просто. Я буду использовать одно крупное куриное филе, но с него я удаляю вот это вот малое филе. Его я просто срезаю, его можно потом пожарить в кляре, либо добавить в какой-то суп. В общем, здесь оно нам не пригодится, его неудобно будет скручивать. И точно так же поступаю со второй половинкой филе. Точно так же обрезаю вот эту вот часть филе. Затем сами филешки нам нужно разделить на тонкие пластины. Все зависит от размера вашего филе. Это может быть и 3, и 4 пластинки вот такие. Маленькие кусочки можете оставить, они неудобно скручиваются. С них можно пожарить отбивные вместе с малым филе. Это очень вкусно тоже будет. Смешиваем специи. Соль можно добавить по вкусу, можно воспользоваться моим количеством. Просто перемешиваю специями. И этими специями нужно посыпать мясо. Отбивать мясо я не буду. Если его отбивать, то оно получится немножечко жестче. Так оно получится сочнее у вас. Поэтому отбивать его не стану. Пересыпаю просто специями, солью и складываю. Оставляю его на минуток 10-15 промариноваться. Тем временем приготовлю соус и порежу мяско. Это может быть любое копченое мясо, даже та же копченая курица, какая-либо копченая колбаска, ветчина, балык. В общем, все, что у вас нашлось в холодильнике, просто желательно прикопченное. Так вкуснее получится наш рулетик, он будет внутри пахнуть копченостями. Вот такими вот соломками режу. Теперь беру по одной филешке и выкладываю немножечко туда соуса. Я здесь смешала просто майонез и горчицу. Так просто насыщеннее вкус получается. Можно использовать сметану. Сыр я не советую сюда использовать. Он все равно у вас выбежит при запекании. Поэтому смысла нет. Лучше я сыром затру вверх для красоты. Скручиваю рулетик. Много соуса тоже класть не нужно, чтобы он не выбегал. Поэтому рулетик сильно не придавливаем. Скручиваем рулетики. Теперь эту красоту нужно очень быстро с двух-трех сторон поджарить на сковороде. Можно немножечко масла на сковороду добавить и обжариваем. Хотя бы с двух сторон. Для того, чтобы мяско запечаталось и у него была очень красивая золотистая корочка. Отправляем наши рулеты в форму. И затем нам нужно будет приготовить соус. Можно просто залить каким-либо соусом, который вам нравится. Можно использовать томатный. Я решила сделать такой вот молочный соус. Столовую ложку с горкой муки высыпаю на место, где у нас жарились рулетики. В сковородку и слегка поджариваю. После того, как прогрелась у нас мука, добавляю понемногу молоко и растираю муку. Если у вас плохо разотрется мука, можно пробить соус блендером. И затем этим соусом заливаю куриные рулетики. Благодаря молоку рулетики получаются очень нежными и мягкими. Сверху посыпаем любым понравившимся сыром. Это может быть и моцарелла, а может быть смесь сыров, как у меня. Я обычно замораживаю потертые остатки сыра и потом использую их вот так вот в выпечке. У меня здесь и голубой сыр с плесенью, и моцарелла, и сулугуни, и еще другие сыры. Отправляем в духовку на 180-190 градусов и запекаем до красивой румяной корочки. Посмотрите, какие красавчики получились. Они подойдут абсолютно к любому гарниру. Они очень вкусные, сочные, и их хватит надолго. С вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Ставьте пальцы вверх. Пока-пока!